быстрее. Ну, Туська, ну, Туська. Вот женщина, а? Вечером в любви объяснялась, утром провожать не приходит. Ну-ну, пожалеет. А ты же ее не любишь. А я другое дело. Говоришь, жду 30 дней, на 31-й выхожу замуж. Вы тут смотрите, чтобы в бригаде все было в лучших традициях. Ну и пусть выходит. Вы тут не роняйте мое имя. Да все будет ну нормально. Где же Туська, а? Что она? Давай, Артем. Ну ладно, ребята, пока. Увидите дым на горизонте, не волнуйтесь, ну, Артем гуляет. Ну, давай быстрее. Давай. Чемодан, держи. Привет начальству. Счастливо. Возвращайся, Артем. Артем, деньги кончатся, напиши вышлем. Разрешите представиться. Артем Дольников. Спокойно. Можно сказать, без всякого обмана, возвращаюсь с великой стройки на родину. А? Простите, а вы? А впрочем, все ясно, все ясно. Вам, ну, 23 года. Зовут вас Тамара, а? Нет? Нет. Ну ладно. Ну, не важно, остальное не важно. Ирина, а, вас зовут Светлана. М? Светлана? Ну надо же, не Светлана, а? 22 года и... или Ленка. Ой, простите, Елена. О, опять Елена. Тьфу ты, а. Ну, везет же мне на Елен. Нехорошо. Ну, ничего. Девушка Лена, куда вы едете? А? А? Громче, не слышу. Девушка Лена, куда бы вы ни ехали, но нам с вами по пути. А вы что, с БАМа? Да нет, это у меня только куртка бамовская. А я-то думала. Пойдем перекусим в вагон-ресторан. Ой, Ирина, вот она! Мы тебя везде ищем! Ну, где О, вот ты где! Бить тебя некому! Ну-ка, дай я тебя поцелую. Соскучился. А может быть, она влюбляется, а? Ну-ну-ну-ну-ну, я и влюблюсь. Где твой чемодан? Ну, Миш! Молчать. По радио мы уже объявляли, место есть. Слушай, земляк, пойдем перекусим, а? Денег, ну, ну, полные карманы. Ничего, отдышусь, отлежусь, там работу можно будет поискать. Подумаю о будущем, как-никак пора. У тебя кто дома есть? Мама. А у меня еще брат младший. Ну и? А, и мать. Ну, вообще-то не мать, Анька, старшая сестра, мы ее так зовем. Она нас всех просто на себе вытащила. Но Антоха у меня молоток. Младший, но уже женился. А я вообще-то герой труда. Я так считаю. На великих стройках работал. Так что дома от девок, ну, отбоя не будет. Но они мне, знаешь, есть у меня одна на родине. Галя зовут. Но таких мало. Переписывались? Ну, письма — это ерунда. Что письма? Важно другое. Я ее еще в детский сад водил, когда мне было лет 10. А когда в 6-м классе была, я ее провожал. А в 7-м? Ну, в 7-м провожал. А в 10-м? Ну, что ты ко мне привязался? В 10-м не провожал. Вообще, честно говоря, мы ее вдвоем провожали. Друг еще был, Толик. Все время как-то с нами увязывался. Они в одном классе учились. Вот может, как бы он ее не уговорил, а? Да как же такого, как ты, не ждать? Нет. Думаю, что, конечно, вот. Ждет. Ждет, ждет. Thank you.
Есть хочется. Мать, очень хочется кушать. Ой, ну сейчас, сейчас. Ну только чего-нибудь вкусненького бы, а? Артемка! У меня Артемка! Приехал! Родной мой! Дорогой Артемка! Не ждала? Ну нет, конечно! Ой, Артемушка, какой ты! Артемка, родной! Здорово! Ух ты, как вырос! Артем! Ой, Артем! Артем! Здоровый ты какой стал! Какой здоровый, а? Ух ты! Ну-ка! Тихо-тихо-тихо-тихо! Ух ты, а? Артемушка! Ух, вы мои полмесяны, а? Ну, ну! Индейка. Да. Ну, ну, рассказывай, как там живете? Да. Нормально. Небось, голодные, холодные ходите и распились, наверное. Едим в волю, пьем в меру. Ух ты, умница моя. Работаем, правда? Многовато. Но хозяйство, Антоха, у тебя в порядке. Молоток, Антоха. Огурчики. И яблони-то у тебя тучные. И помидоры высший класс. Катерина, помидоры. И калитка смазана. Жена, во. Анька, ты тоже во. Да ладно. Слышь, Артем, они у меня все во. В общем, тишь да гладь. Машулечка пришла посмотреть, что за дядя приехал. А ну пойдем посмотрим, кто к нам приехал. Вот мы и маленький. Что там за дядя? Вот наш дядя. Пойдем. Дядя Артем. Вот ты, это маленький Маша. Ой, дядя. Ну иди, дядя. Артем, ты слышишь, моя дочь. Вот так у него. Ты огромной планете, сынок, под куполом вечных небес. Есть множество всяких путей и дорог, и разных диковинных мест. Но где б ты в долине бродил, все равно ты помни, встречая рассвет, что место одно есть такое одно. Где ты появился, где ты появился, где ты появился на свет? Зеленые пальмы и белые льды, и яркие краски морей. Быть может, увидишь и влюбишься ты, но это проходит, поверь. Как жить и что делать, ты сам выбирай, но чаще с течением лет тебе будет сниться березовый край. Где ты появился? Где ты появился? Где ты появился на свет? Ты песню сейчас о дорогах поешь, но время наступит, сын мой, когда ты приедешь сюда и поймешь, что ты возвратился домой. И верю, поймешь ты когда-нибудь сам, что нет ни печали, ни бед, пока тебя помнит хоть кто-нибудь там. Где ты появился? Где ты появился? Где ты появился на свет?
вы? Ну, я. Здрасте. Здравствуй. Ну, чего, чего, чего в калитку ломишься? Гидростроитель Артем Дольников желает школу посмотреть. Ой. Вы что, газет не читаете? Ой. А? Про меня часто пишут. Ой, оборвот. Артемка. Ой, помню. Ой, помню, что ты творил у нас в школе. Ой. А я теперь другой стал. Неужто человеком стал, а? Да вроде. Женился? Нет. А, вот видишь? Нет, не пушу. Нет, не пушу. Ну, боюсь, я тебя еще натворишь у нас в школе что-нибудь. Нет, нет, Артемка, иди, иди. Ну, ладно. Помнят. Боятся. От покорителя вечной мерзлоты с горячим сердцем. А? Будешь? Не буду. Будешь? Не буду. Марья, за что ж ты его так? А, Артемка, подумать только, 3 дня не ест. И не пью. Родители его, отец с матерью, на север поехали деньги зарабатывать, а он, злодей жизни моей, космонавты готовятся. О, мужиком растет, мужиком. Чего? Я тебе сейчас... Глубинка. Да. О, живут, как раньше жили. И штаны могут снять, и крапивой отхлестать. Хорошо. Артем, а? Артем! Здорово! А? Ну, ты не изменился. Кто к нам пришел? Смотри, а? Тихо, тихо. Толик! Толик! Толечка! Ах, Толик! Здравствуйте! Толян, да, ну проходи. Да иди, Толик, иди. Ну, здрасте. Иди, садись. Здоров, здоров. Проходи. Ну, привет, Толян. Садись. Кого я привел? Садись, а? Толик. Ну, Толька. Ну, что ж ты не рассказываешь, как Галя? Галя как, а? Ты помнишь, а? Ой, Толян, как мы гуляли, а? Ты помнишь, как мы ее провожали? О! А? Вот было времечко. Как мы ее провожали? А как она сейчас? А? Замуж она вышла. Замуж? Замуж. Да. А жаль. А я-то всерьез хотел. А я-то всерьез хотел. А за кого? А? За меня. Куда? Поесть. У нас, между прочим, рубль за вход платят. Пожалуйста. Погоди.
Добро пожаловать, гости дорогие! Ну, иди, иди! Кто он мне после этого? Друг? Я же его в детский сад водил. За ручку. 5 лет в одной школе учились. Хоть бы письмо написал. Хоть бы телеграмму. Так, мол, и так. Люблю. Женюсь. Предаю. Точка. Отец, что же мне их поздравлять, что ли, да? И поздравлю. Тьфу. Эх ты, Артем, Артем. Внука Артемом назову. Пускай растет. Или Петькой. А я на твоем месте к ней бы сходил. Интересно, что ответит на вопрос. Какие речи будет говорить, куда глаза спрячет. Какой краской зальется. Иди к ней. Иди. Хочешь, я с тобой пойду? Пойдем. Пойдем. Надо прекратить это безобразие раз и навсегда. Что это такое? Друг называется. Подожди. Все. Я сам. Правильно, правильно. Конечно, сам, милый мой. Сам и только сам. Понял? Нам разлуку напророчила синица, а быть может, в этом есть моя вина. Но тогда зачем порой мне все же снится наша без вести пропавшая весна? Друг на друга так смотрели мы с тобою, час, когда сиренью пахла тишина. Что казалось нам счастливою судьбою, наша без вести пропавшая весна. Было все на сказку майскую похоже, улыбалась, пея добрая луна. А тебе не вспоминается ли тоже наша без вести пропавшая весна? Сами память мы ничем не беспокоим, но тогда зачем тревожит нас она? Не дает покоя, видно, нам обоим наша без вести пропавшая весна. Галя, что же ты? А ты что, Артем? Ты же его не любила. Не любила? Любила. Неправда. Правда. Я же тебе с Сахалина письмо писал. Написал. Правда, не отправил. Но ты счастливая. Счастливая. Ну, я тогда пойду, что ли? А? До свидания тогда. Прощай! Да тебя, Артемушка, полюбить-то легко. А вот разлюбить... Господи! Какая кара дана людям эта любовь? Сколько намучаешься? Сколько наплачешься, пока... Пока что?
пока не разлюбишь. А что разлюблять-то? Люби себя на здоровье. Ой, ну чего ж ты глупенький, Артём? Мать, слушай, а чего ты не спишь? Иди спать, а? Хорошо. Иди. Ложись. Ага. Артёмушка. Да. О, чувствую, приведет сегодня одну тепленькую. Ну. Не, братец, с этим делом я торопиться не буду. Хотя откладывать тоже никакой причины нет. Какой смысл откладывать, а? Опять же, природа требует своего. Белый танец. Прошу вас. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, парай-ра-ла. Ой. Антоха, слушай, отпусти со мной Катерину, а? Вот когда свою заимеешь, тогда и будешь танцевать или в долг давать. Ну вот почему так бывает, а? Сначала люди друг без друга дня прожить не могут, нежности там всякие говорят, а потом вон. Диалектика. Ну и физиология. Необразованный ты, Артём. Зато честный и не женатый, а уж умный. Антончик, ну так потанцевать хочется. Ой, как потанцевать хочется, а? А ты помнишь, как мы с тобой танцевали? Антон, ведь я как 18 лет за тебя замуж вышла, я же никуда из дома не выходила. Ну я пойду, ладно? А? Спасибо. Говорят, ты где-то в Сибири пыхтел. Было дело. Чего тебя туда занесло? Привет. А что, жить можно. Здорово. Плохо. Привет. Про наших знаешь? Чего? Туркин на третьем курсе. Знаю. В институте. Валет танковое офицерское училище закончил. О-о-о. А Димка здесь, сейчас будет. Про Толика слышал? Толик знаю, женился. На Гале. Говорят, ты к ней тоже интерес имел. Было дело. Он сейчас тоже чуть не опоздал. А что? А вон танцует. Это рыжий, что ли? Нет, правее. А, щелкай! Еще правее. Мы в детстве мечтали, свой возраст ругая, скорее бы постарше нам стать. А, да. А что это с ней за дядя? А кто его знает? Прицепился, танцует. А я его знаю.
хочешь отцепил? Я его знаю, это инженер Кашкин. С прошлого года работает у нас. Хочешь, в шапку ему накидаю? Не стоит, ребята, не надо. Я как-нибудь сам. Поздно пойму. Прекрасную тайну в душе сберегая, скрывая ее от ребят. Мальчишка другой и девчонка другая за партою нашей сидят. Беспечное детство, пора золотая, твоих не воротишь минут. Мальчишка другой и девчонка другая, как мы это поздно, поздно поймут. Друг другу по дружбе во всем помогая, отчаянно любит свой класс. Мальчишка другой и девчонка другая, похожие чем-то на нас. Беспечное детство, пора золотая, таких не воротишь минут. Мальчишка другой и девчонка другая, как мы это поздно, поздно поймут. Продавщица из гастронома. А он? Тихо, только тихо. А Кашкин инженер. Все дрыхнут. Он, наверное, тоже спит. Пойдем. Где мое солнышко? Где мой хорошенький муженечек? Спит. апреля. Комсомольская молодежная бригада. Антон, Артем показывает. Мать! Аня, Ань, да просыпайся, Ань. Артема показывают. Ой, герой наш. Ой, Артем! Артем! Мать, мать, а что ты без тапочек-то? А? Сейчас, сейчас. Надо же. Садись, садись. Подожди, подожди. Давай. Ой. Предлагаем вашему беседу нашего корреспондента с бригадиром Дольниковым. Товарищ Дольников, расскажите о трудовых успехах вашей бригады. Наша бригада успешно трудится над выполнением планов, которые нам даны. И вы сейчас слышите не стук клапанов, а стук молодых, горячих сердец. И наша бригада... Тихо. Дала обещание выполнить и перевыполнить план. Ну, наша бригада дружная. Мы помогаем друг другу. Мать, и будем и в дальнейшем успешно трудиться на этом сложном, ответственном и суровом деле. По-моему, это ко мне. Телевизор смотрела. О, влюбилась. Здравствуйте. Здравствуйте. Артем Тимофеевич Дольников? Вроде. Вроде я. Я вожатый из школы. А. Где вы учились? Угу. Мне о вас говорила Мария Михайловна. Мария Михайловна? Классная! Прошу вас. Спасибо. Дело в том, что мы проводим тематически. Не могли бы вы как непосредственно учить? Про нашу ГЭС рассказать, да? Нет, девушка. Это не по моей части. Вот... Один на один. Вам лично. Я бы не то, что про ГЭС вам. Я бы про Северный полюс все рассказал. А нет. Так, на собрании, ну не хочется, понимаете?
Знаете, важно ваше присутствие. Да? Да. Человек, который был там. А говорить, в общем, не обязательно. Так, несколько слов. Ну, если не говорить, девушка, как? Не Леонидовна меня зовут. Ну, если не говорить, девушка Нина Леонидовна, то, ну, что мне там делать, а? Так вы совсем не хотите приходить? Ну, там же дети будут. Там фонды, мы материалы собирали. Фильмы готовили. Приду. Ну, а теперь предоставим слово нашему почетному гостю Артему Тимофеевичу Дольникову. Все четко. Я даже сам не знаю, что вы тут рассказывали. Ну, а если говорить о том, как мы там живем, ну, вкалываем. То есть много работаем. От зари и до зари, можно сказать. И даже больше. Это, ну, по-комсомольски одним словом. По-комсомольски! Все слышали, дети? А теперь вопросы, пожалуйста, к Артему Тимофеевичу. Белкина. Артем Тимофеевич, расскажите, пожалуйста, о трудностях строительства. Трудности? Это есть. Мороз, жара, ветер, ну, все как надо. Ну и дикие животные. Медведи, рыси, само собой. Но мы на трудности внимания не обращаем. Мы их, преодолеваем. Преодолел и забыл. Только так. Артем Тимофеевич, а какой у вас был самый любимый предмет, когда вы учились в школе? Предмет? Вообще говоря, ну, все любимые. Вот. Я учился не так, чтоб, но предметы все любимые. Борисов? А вот вы двойки получали? Двойки? Двойки. Нет, двоек не получал. Трофимова? А пятерки? Пятерки? Ну, получал, конечно. Но вообще-то, честно говоря, не так, чтобы очень. Но пятерка – это мой самый любимый предмет. Отметка. Ой, ну и скучище у вас. Как вы тут живете, а? Ну, понятно, родина, дом родной. Я бы давно сбежал. Вот у нас, например, жизнь бьет ключом. А что? Приезжайте, увидите все. Ой, я бы с удовольствием приехала. Честное слово, далеко очень. Ну, значит, договорились. Кино есть? Есть. Школа есть? Значит, и школа есть. А что еще нам надо? Жить можно? Нет, я, видимо, здесь серьезно осела. Мне никогда не выбрат. А откуда у вас пленка про мою ГЭС? Это мой муж ездил в командировку и привез несколько кадров. Муж? Муж. Муж. Муж, муж, муж. А вообще-то, девушка Нина Леонидовна, на пальчике надо носить колечко. Во, где я бы работал? Где? Где? Со шкалерами.
Пацаны смотрят, вот так, вопросики задают. На меня смотрели, как на Гагарина. А вожатый-то как? Вожатые, но и свет от них вот так, вот прямо от... Артемушка, учи, не всегда свет. Может быть, пойдешь? Кать, на учителя 5 лет учится. 5, по-моему, 5. Да? Да, 5. Не, мать, ну, нет, 5 лет. Учись, дети, учись там. Много. 5. Жить хочешь? Конечно. По аэродрому, по аэродрому лайнер пробежал, как по судьбе. Ну, Анька-то у нас, а? Какая красавица стала. Ты посмотри, как цветет. Ну, хватит, Артем. Ну, расцвела, мать. Смотри, смотри, а? Ой-ой-ой. Антоха, слушай, а что ж ты ее замуж-то не выдашь, а? А тут хоть... Засиделась в девках. Слышь, хоть тут один, генерал. Да, она его метлой. Хочешь, позову? Давай. Катерина! Кать, ну сильнее, сильнее, сильнее. Ну, Катерина, помолчи! Ну, хватит! Как дождь проливной, и так же проходишь всегда стороной. Ну, чем мы не пара, ответ не тая, чтоб вдруг не сверкнула улыбка твоя. О любви все ты ржу тебе заново. Нет. Но когда зря тверди, надоест, так и знай, я уеду в Иваново. А Иваново город не весь. Ну все, хватит! Пустите! Анька! Привет! Привет! Куда едешь? К Дому культуры. Дай баранку покрутить. Руки чешутся. Садись. А? Так. Поехали? Поехали. Провод с собой? О, дома оставил. Эх ты. Ну, сейчас будет поворот направо, поворачивай туда. Там нет ГАИ. Угу. По Гале отстрадал. Да что об этом говорить, дело прошлое. Я теперь в другую влюбился. В новенькую? И кажется, матч всерьез. Ничего. У-у-у, не то слово. Красивая. Еще как. И по частям, и в целом. А волосы нырнешь, не вынырнешь. Уже нырял? Нет, ни разу. Ух ты, балбесина, я тебя вижу насквозь. Артём! Артём, держи! Катя, смотри! Катерина, смотри! Артём, ямочку хочешь? Хочу! Дай-ка, 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 дай-ка! Вот так! Вот! Вот! Вот так! Вот!
А ну иди домой. Антоха! Домой, говорю. Марш! Антоха, ты кто? Ты что? Ты меня к Катьке ревнуешь, да? Эх ты, дуралей! Отойди от меня. Кать. Антон. Мать, а что я сделал? Да ты что, Артемушка? Ты же у меня умница. Что ты можешь сделать? Говорят, что ты невесту Кашкина обхаживаешь. Кто говорит? Люди. Тебе что за печаль? Да мне печали никакой. Вместе живем, вот что. Знаешь, когда на твоего брата пальцем показывают, это ведь тоже. Слушай, Меньшой, я ведь тебе по шее могу накостылять. Это как сказать. Ну, изменился ты, Антон. Постарел, что ли? Да, Антон, поездить бы тебя по миру, людей посмотреть. Плохо, очень плохо, когда человек на одном месте живет. Эх, Артем, хоть ты старший брат, а дурак. Замолчи, Антон! Не, мать, я, наверное, загостился. Ну что ты, Артемушка? Или, может, я на самом деле дурак? Да ты что? Парное катание длилось 7 минут 32 секунды. О чем это говорит, Тамара? Молчите. Вам нечего сказать. Но я все понимаю сам. У меня едва не разорвалось сердце, зато открылись глаза. Правда? Ко мне наконец-то вернулся разум, который я потерял из любви к вам. Ну как ведет стрелу? Ну как малокровный? Да кто ж так ведет стрелу, а? Сейчас я ему покажу класс. Сейчас он у меня увидит. Чего тебе? Федотыч! Работничек. Не узнаешь? Это я, Артем. Ну, помнишь? Не знаю никакого Артема и знать не хочу. Чего надо? Да ты что?
Да у тебя еще внук тогда родился. Еще внук? Что ты мелешь? Что мелешь? Что надо, спрашиваю? Слушай, я здесь в отпуске, да? Ну не могу я больше без работы. Дай пару блоков положу. Ты что, сдурел? Мне из тебя в тюрьму садиться неохота. Да у меня пятый разряд. Да мне хрен с ним, с твоим пятым разрядом. А если начальство увидит? Да нет никого, Федотыч. Да какая разница, слазь, слазь. Умник тоже мне нашелся. Пятый разряд у него. Я на твой пятый разряд знаешь что? Знаю, знаю. Ну вот давай слазь. Тебе не плиты надо класть, а внуков нянчить. Дедушка. Товарищ Кашкин, товарищ инженер, вы посмотрите, что он вытворяет. Ира! Так. Ну что, вытворял на стройке? Не понял. Не понимает. Не понимает, объясню. Объясняю. Поступило заявление от свидетеля очевидца товарища Кашкина и о мелком хулиганстве товарища Дольникова А.Т., выразившееся в том, что сегодня, 13 сентября, Дольников А.Т. самовольно залез на башенный кран. О, залез на кран. На участке строительства Дворца культуры и допустил издевательство в форме танца. О, ой. Гости дорогие, да вы миленькие мои. Может быть, Гриша, чайку? Нет, нет, Анна Тимофеевна, при исполнении ничего не хочу. Разве что без сахара. Без сахара, без сахара, с метком. Ну, с метком. Так, значит, на кран лазил. Ну? И, значит, личность крановщика оскорблял. Гриш, ну разве это личность, а? Что я вам говорил, товарищ лейтенант? Что говорил, а? Факты подтверждаются. Анна. Ну это пока чай, Анна, чай вскипит. Ты зачем убирать? Зачем убирать, товарищи? Причем тут протокол? Зачем протокол? Поговорим по-человечески, по душе. Григорьевич, извините, по-моему, мы отвлекаемся от ситуации. Мне кажется, товарищ соскучился по работе. Ну, надо ему помочь, подкинуть суточек на 15 метёшки. Слушай, инженер. Да. Может, ты и очень хороший человек, но... Гриш. Григорий Иванович, вы не можете занести в протокол слово... Нет. Нет. Тогда мне кажется, что нам с вами все-таки надо как-то поговорить. Надо поговорить. Где? Здесь, здесь. Извините, пожалуйста. Простите. Сюда? Угу. Вы позвольте, я пиджачочек скину. Скидывай, скидывай. Так-с. Ну? Ой! Господи! Что это? Ой, ужас какой! Говорят. Пришел. Увидел, победил. Любовь с первого взгляда. А что? Бывает. Ладно. Дуэль нынче не в моде. А я, знаешь, кольца уже купил. С мамой ее познакомился. Люблю я ее, понимаешь? Люблю. Ну как? Что? Инженер! Ну ты прости меня. Будь счастлив. Завтра. Эх, ведь так и не получилось настоящего разговору. Завтра засылаю сватов. Да ты что, Гриш, опять? Да не позорь ты меня.
Ну что, Вась? Клюет? Кого-то. Вот и меня так же. А я вообще-то местный. Я, правда, давно здесь не был. Из Сибири приехал. Из Сибири? Да. Так у меня ж сын там. Может, слыхал? В Маякане работает на бане. В Маякане? Так я же там бывал. Так, может, знаешь кого-то? Коробов Иван. Коробов Иван? Нет, не об этом не знаю. А где работает? На стройке где-то. Этим. Крановщиком. А на каком кране? Большой или автокран? Как? Кто ж его знает? Хороший кран. Одним словом, хвалил он кран-то. Ну, бать, я, если вернусь, найду обязательно. Ты лучше вот что. Ты расскажи мне, как вы там? И Симон Суткин сын не пишет. А как приедет, одно только. Нормально, нормально. Вот и весь рассказ. Да. Ну, бать, ну чего? Хорошо живем. Ну, а правда, ну как вот скажешь, а? Нормально. Силы в тебе много. Жениться тебе пора, Артем. Неправильно живешь. Долги надо отдавать людям. Какие долги? Всякие. Человек к твоим годам столько в долг набирает, жизни мало рассчитаться. Пора людям пользу приносить. Да и может, пользы-то больше тебя приношу. Может. Материально, аморально. Дунчик, миленький. Приехал, здрасте, уехал, до свидания. Вроде ты никому ничего не должен. Ну, я тебя прошу. Весело. Я тебе скажу, Артем, если человек живет легко, значит, в долг живет. Сейчас много охотников на такую жизнь развелось. Все свободные. Кто за песнями, кто за славой, кто за рублем. На долгах Россия держится. Отцу, матери, деду, соседу. Я вот про свои долги не забываю. Помню. И ты, Артем. Не сам ведь по себе ты рос. А часто ли ты там об этом вспоминаешь? Скажи. Я дом отца держу. Я дочку ращу. Сестра со мной живет, но не с тобой. Я капусту сажаю. Что ты хвастаешься тут перед нами? Что там у тебя дом, жена, дети? Вот если бы ты приехал с сыном, с дочкой, с женой, но на худой конец с тещей, носишься, как подбитый ветром. Что ж, человек должен жить там, где родился, да? Не знаю, не знаю. Человек должен выбирать, приходит такое время. Ты как вечный жених. То на одну девку посмотришь, то на другую. Надо, чтоб люди были уверены в тебе, а ты в них. А я в них уверен. А они? Артем, Антон прав. Знаешь, Степан, сносит меня по течению. А куда, не знаю. То в один берег ткнет, то в другой, то носом развернет, то кормой. Ну, вроде как весло с лодки уронил. А вы не роняйте. Эх, Степан, из Сибири я уехал, а на родину не приехал. Вроде все знал про жизнь, а теперь вот так. И знаешь, Степан, без капусты и хлеба никакой газ не построишь. Знаю. Вот матери наши хороводы водили, песни для нас пели, а мы эти песни забываем. А я-то помню. Могу даже спеть одну. Это хорошо, что ты помнишь. Это ведь наши корни. Русские корни. Не было бы их, не было бы и нас с тобой, Степан. А я бы все равно родился. Вот скажи, ты знаешь, что такое родина? Конечно. Ну? Все. Правильно, Степан. Родина — это все.
От ребят, да? Так. Посмотрим. Посмотрим. Ой, от кого? Ой. Так. Чубрик. Здравствуй, мой друг Артём. Прежде всего хочу сообщить тебе, что дела в бригаде идут нормально. В бригаде с перевыполнением заданий и графиков. Во-вторых, хочу сообщить тебе, что если у тебя нет денег на обратный проезд, что нисколько не удивительно, да, что нисколько не удивительно при твоем замечательном характере. Замечательном характере. Вышлем и на билет, и на приятное времяпровождение в долгой дороге. А теперь слово берет известная тебе Туська. 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 Уважаемый Артём Тимофеевич. А? Уважаемый. А я хочу сообщить, что пошутила, когда сказала, что на 31-й день выйду замуж. Я буду ждать вас 3 года и 3 месяца. А может быть и всю жизнь. Туська. Ну, присядем перед дорожкой. Да, Антон, ты прав. Я выбрал. Каждому свое. Тебе капусту сажать. Мне, видно, землепроходцем быть. Ждут меня там. Туська ждет, Самсон ждет, Чубрик. Все ждут. Уверены во мне. Но в следующий раз приеду с тещей. Давайте помолчим. На этой огромной планете, сынок, под куполом вечных небес, есть множество всяких путей и дорог, и разных диковинных мест. Но где б ты вдали не бродил, все равно ты помни, встречая рассвет, что место одно есть такое одно, где ты появился, где ты появился, где ты появился на свет. Зеленые пальмы и белые льды, и яркие краски морей. Быть может, увидишь и влюбишься ты, но это проходит, поверь. Как жить и что делать, ты сам выбирай, но чаще с течением лет тебе будет сниться березовый край, где ты появился, где ты появился, где ты появился на свет. Ты песню сейчас о дорогах поешь, но время наступит, сын мой, когда ты приедешь сюда и поймешь, что ты возвратился домой. И верю, поймешь ты когда-нибудь сам, что нет ни печали, ни бед, пока тебя помнит хоть кто-нибудь там, где ты появился, где ты появился, где ты появился на свет, где ты появился. Где ты появился? Где ты появился?